Я очень долго ломала голову, как приготовить хинкали на кефире, чтобы было вкусно, перепробовала много рецептов, но получалось, мягко говоря, плохо, но этот рецепт меня поразил, вышло изумительно. Великолепный полноценный обед или ужин готов, подайте хинкали на кефире красиво, положите хинкали на тарелку, мясо курицы положите на другую, в блюдце налейте теплый бульон, приготовьте соус, можно в качестве соуса использовать томатную пасту, но я так не очень люблю и готовлю сметанный соус, для этого смешайте чеснок, сметану и зелень, полейте соусом хинкали, получается невероятно красиво и вкусно, приготовьте хинкали на кефире дома. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. В большую миску просейте муку, добавьте туда немного соды, не гасите, немного соли, сугубо по вашему вкусу, перемешайте и влейте туда кефир или скисшее молоко. Кефир я обычно лью на глаз, до тех пор, пока тесто не станет крутым и однородным, перемешайте тесто руками, оно должно быть гладким и эластичным. Готовое тесто оставьте в холодильнике на несколько часов, после того, как тесто охладится, разделите его на 2-3 куска, для удобства посыпьте столешницу мукой и подготовьте скалку. Раскатайте тесто на тонкие кусочки, примерно 7-10 мм, после этого возьмите нож и порежьте будущие хинкали на кусочки, кусочки не должны быть большими, в противном случае получится не очень вкусно и кушать их будет неудобно. Отварите бульон, для этого положите в подсоленную воду кусок мяса, я предпочла курицу, немного приправы, варите примерно 1,5-2 часа, после того как бульон будет готов, выловите из него мясо, переложите туда хинкали и варите примерно минут 15-20, готовые хинкали разложите по тарелкам и подавайте к столу с мясом и соусом, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Сода, 2 чайных ложки. Соль, по вкусу. Мука, 1000 грамм. Кефир, по вкусу. Количество порций, 5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем добра, заходите еще.